И снова всем здравствуйте. Вот такая вот у меня дыра на пятке. Это бродни, сапоги рыбацкие. Я решил их попробовать заклеить. Ничем не клеится. Моментом пробовал, там еще каким-то клеем. Отлетает заплатка. Сегодня пошел купил вот такую заплатку, жидкая, зеленая, для изделий из ПВХ. Не знаю, что получится, там их три штуки было, я взял вот эту. Здесь сейчас обработаю спиртом. Внутри наждачкой обработаю. И что получится, то получится. Не получится, у меня уже новая есть. Но эти удобнее мне сапожки. Они мне больше нравятся. Ну, пробую. Ну что, пробуем. Понеслась душа врать. Что будет, то будет. Ничего не знаю. Куда затолкаю, туда натолкаю. Вот так вот. Вот так вот. О, ё-моё, тут вообще непонятная фигня какая-то. Что-то я снифовал, походу. Надо было мне ее хоть разболтать маленечко. Ну да ладно, теперь все уже. Жидкая халатка, заплятка. Что будет, то будет. Сейчас наваляю ее здесь. Все равно им хана. Куда потекло? Само бежит все. А пофиг. Пофиг. Какая будет, такая будет. Латка. Заплатка. Так, на середину сейчас еще намаляю. Ну, чё ты? Размазывайся давай. Здесь еще маленько. И сюда чуть-чуть. Ну и все, пусть сохнет. Сантиметра три. Щель это. А мне сейчас с нее стрелять, что ли? Вот и все, пусть сохнет. Сейчас она сколько тут постоит. Я потом вторым слоем залобахаю. Что-то мне не верится в это. В эту фигню все. Сейчас носик вытру. Зеленая. Зеленая трава. Все, носик вытер, закрываю. Ждем, когда высохнет. Не отключается опять. Ну, ехала мне. Ну вот, заклеил. На три раза наложил. Три слоя. Посмотрим, что из этого получится. Все. Короче, мне кажется, все это фигня. Эта латка только будет работать на мелких порезах. Вон, смотрите. Появляется. Не. Сейчас все внутри замажу. На всякий пожарный. Все, не годится, нихера не будет держаться. Нифига не будет держаться. Чую. Продолжение следует. Не понравилась мне эта складка, и я решил ее зашить. Все равно им хана. Буду экспериментировать по полной. А еще решеточку хотел, сеточку влепить. Ну, посмотрим. Сейчас пока эту залатаю. Ну вот, спрятал нитки. Теперь надо сеточку мне привезти, еще сверху сеточку присобачить и также залить. Ну, сколько раз я уже ее замазал и зашил. Сейчас я к ней еще присобачу вот эту вот сетку. И тогда моя душа будет, может быть, спокойна. Но я ее сначала это, спиртиком с двух сторон сейчас. О, зацепляется. Обработаю. И эту тоже. Уже не будет. Друган подогнал меня такую вот решеточку. Радиатор он клеил. Так, сейчас сколько сюда уйдет этого дерьма, я не знаю, но я его сейчас сюда весь выкачаю. Наверное. Все, понеслась. Что будет, то будет.
Так, пусть покурит пока. Манипуляцию какие-нибудь сделаю. Вот так, что ли? Все, сдернул ее, сучку, с места. А кого тут уже стесняться-то? Вот так. Если заклеится, она заклеится. Если не заклеится, она и так не заклеится. Посмотрим. Тут он даже вообще что-то ни того, ни этого. Так вот подержу еще. Короче, да, мне без разницы, что будет, то будет. Он отрывается все. Не по-нашенски как-то. Ну-ка, еще сюда вот. Мне охота, чтобы она вот в щелки залезла все. Вот в эти вот особенно. Да ладно, пускай все, пусть замерзает. Подержу вот так вот. Поди, не приклеюсь весь. Нет, приклеюсь. Носик вытер. Пробку одел. Придется еще, наверное, за тюбиком задним идти. Ну ладно, держим. Снутри тоже клею. Мажу там, залажу. Неудобно. Там он узел у меня какой получился. Бугорок. Я прикидываю, как он по пятке мне будет шоркать. Но я постараюсь сейчас заложить так, чтобы этого бугорка не было. Все, что будет, покажу, чем эта вся эпопея закончится. Ну, вот такая вот фигня у меня внутри получилась. Вылил я два флакона. Один и второй. Цвета уже разные. И еще один у меня есть. Вот. Сейчас посмотрю, может быть, еще и этот измажу. Итого, вот все залепил. Я задник весь, на все про все у меня ушло. Вот, 2,5. Один, второй, вот третий. Итого ушло. Это кто тут у меня? 2,5 тюбика. Братан, ты что тут покостишь у меня? А? Черт, закатай вату. Хвост чей сейчас отвалится. Это кто тут корябает все? Все. И того, говорю, 2,5 дня флакончика ушло. Вот таких тюбика на всю эту билиберду. Теперь будем проверять, как себя поведет вся эта канитель. Ну все, всем пока. Если что там новенькое будет, покажу.
И снова всем здравствуйте. Я вышел в Косогор с метлоискателем и заодно проверить свои сапожки, которые я клеил. Вот такая наклейка у меня. Когда одевал, такое ощущение, что там деревяшка какая-то стоит. Она вообще не шевелится даже. Как железяка. Попробую сейчас вот здесь покопать чуть-чуть и заодно сапожки проверить, как они себя будут вести. И вот такой вот он. Ну все, погнали. Ну вот, часа три прошлялся, по горам пролазил. Вот так вот держится заплатка. Пока держится. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, ребята, второй день утрою. Вот моя заплатка. Хожу в этих сапогах, специально их одеваю. Посмотреть, как она будет держаться. Ну а походу тут у меня что-то наклевывается. Вон какая труба какая-то. Сейчас буду ее вытаскивать. Вот такая труба у меня здесь сплеснулась. Рядом прошелся. Вот такая вот канитель. Раз, два, три костыля. Короче, это маленькая железная дорога была где-то здесь. И сюда мусор этот привезли. Короче, это все шахтовое. Вагонетки, наверное, по ней ходили. Вот такая вот бяка. Ну вот второй день моей деятельности в сапогах. Бродил я у них сегодня. Металлолом копал, ходил. 64, наверное. Вот такой сапог. Что дальше будет, не знаю. Вроде ничего не порвалось. Ну, поживем, увидим. В воду еще не залазил.